На 700 выйду из шик. Поехали завтра. Ну, к весне закупимся. Не-не, дядя, воскресенье никак. Я занят. Выход только один. Массовая мобилизация. Все соответствующие документы подписаны, сообщает офис президента. Да я тебя умоляю. Нас это еще не коснулось. Да не. Цены-то цены. Я их не увидел. Да какой на юг пойдут? У них что ни день, то потери. Призыв? Да, слушай. Меня это мало вообще колышет. За последние три дня инфляция достигла рекордных показателей. Многие мировые бренды уходят с рынка. Число безработных растет с каждой недели, сообщает Минэкономики. Всех неравнодушных просим... Там и не такое скажут. Да, харе паниковать. Что-нибудь придумаю. Я перезвоню. О, извини, сигареты не найдется? Не курю. Ладно. А ты не военный случайно? Ага. Не из третьей дивизии? Мы знакомы. Как сказать? Ну, я, короче, волонтер. По разным частям провизию развожу. Такие дела, ты понял. Тебя, кстати, с товарищем видел. Поэтому я вспомнил. Я уж думал, как узнали, потому что я без повязки и не в форме. Ну, везде свои шпионы. У нас тут форс прежде стоит. Если что надо, обращайся. И да, и у себя есть. Тут со связью херня. Все прикрыли из-за обстрелов. Да понял уже. А что, телефона нет? Да он симку не видит. Может, свою попробовать ставить? Было бы круто. Скрепки, кажись, нет. Черт, а. У меня есть. Здесь недалеко. Не, симку не видят. Порт, наверное, сломан. Да, это по моей части. Ты до войны телефон чинил?
Ну, гаджеты продавал, стекла менял, что-то знаю. Слушай, ты случайно не знаешь, где тут можно новый телефон купить или вот, ну, на крайняк этот починить? Ну, в центре, наверное. Все закрыто просто, я не знаю. Сейчас. На. А ты как без? Ну, это запасной. Спасибо. Да позвонить хватит. Может, тебе нормальных продуктов дать? У нас там целая фура стоит. А что за продукты? В смысле? Ну, конкретнее. Ну, там... Килечка, тушенка... Да, этого добра у меня у самого хватает. Ну, блин. Если что, обращайся. Целый взвод накормим. Все окей. Что-то я... Что-то мне... Ложись! По блокпосту? Нет, по речке. Взрыв километра 2 от нас. Да хоть за 5, блядь, без оружия, пропуск с тобой. Пистолет при мне. Да бог с ним, а пропуск? В казарме забыл. Если было по-другому, честно, я бы не удивился. Я за ним быстро сбегаю. Встретимся у анпоста. Дурень! Опасно идти! Нас не пустят без этой бумажки. Да хер с ней! Без нее на месте застрелят. Ща буду. Да постой ты, ну! Постой! Наконец-то! Куда ты уже полетел? Давай, посиди еще немного. Вроде в норме. Ты так долго был без сознания, уже думал тебя к машине нести. Испугался, господи. Ты, оказывается, врач. Ну, если для тебя оказание первой медицинской помощи – это показатель, то ладно. А как же кепка? Ну, так мне тут определили. Слушай, ну, у меня с балды же, а.
С ногой все нормально? Да. Да уже. Ну, уже вроде да, но. Что-то голова. Все плывет. Как-то. Секунду, сейчас будет. Сейчас. Что это, яд? Не, лучше пей, ну? Не траванешься. Ну как? Может, закусить что-то найдется, а? Чего тебе? Малосольные огурчики, икра там, кабачок. Все сразу. И красную икру, пожалуйста. Только я тебе не наливал. Будет как 50 фронтовых. Кстати, у вас там в машине целый бар. Блин, это вместо спирта, типа. Такая новая медицина. Ну, сейчас с любыми лекарствами сложно, особенно вот со спиртом приходится бодяжить. Знаю. А ты где на дока учился? Ну, я годик в местном вот поступил. А чё? Волонтерство отправили сразу. Добровольно? Ну, нас многих записали, вот уже полгода по всей стране колесим. Зарплату хоть платят? Ну, кормят хорошо. И всё? Ну, и чё-то перепадается там иногда из продуктов. Там же учет по провизии должен вестись. Ну, как тебе сказать? Формально он ведется, а так нет. Что-то всегда остается. Кроме лекарств, конечно. Таких лекарств? Да, таких. И сколько уже наворовал? Чего сразу наворовал? Все легально и все покрывается. Нашими налогами? Союзниками. Так просто... Ничего не бывает. Аккуратно. Ой, бля. Осмотреть? Да не, не так нормально. Да я хотя бы бинт заменю. Да, я сам. Кто тебя так забинтовал? Ты шутишь? Блин, видно, что не доктор. Как будто бы я знаю, как правильно. Ща. Вот так, конечно. Вам не объясняли... Как? Бинтовать, что ли? Да у нас меньше недели на подготовку было. Ох. Не жмет? Не. Чего ты про себя ничего не рассказываешь? Ну, я тебе уже тут целое интервью дал. А ты сидишь, вот молчишь. Ну, раньше в Дарчитех продавцом работал. Магазин электроники? Да, нормальные бабки поднимал. А как на... Мобилизовали, я думал, ты по бинту уже понял. Ну да. Нормально? Да, отлично. Я тебе это... Хотел спросить. В общем... Как вообще на фронте? Как будто бы про фильм спрашиваешь. Как актерская игра, как сценарий? Ну, блин, я имел в виду... Да я подкалываю. Опа, подсоби, а. Давай. Оп.
наш командир, но такое любил говорить на Южном фронте без перемен. Блин, дай бог всем это услышать. Мы, я, мои родные, там, друзья, переживаем на самом деле за вас. Даже болеем, если можно так сказать. А сами они где? В смысле? На фронте они. Многие за границей. Даже мужики? Годные к службе, да. Вовремя об отсрочке позаботились. Вот я дебил. 4 года отучился, а про откос от армии забыл. Ради безопасности родных, ты думаешь, глупо уехать? А у меня, по-твоему, нет родных? Или я тут должен за свободу какую-то погибнуть, чтобы они потом праздно за границей жили? Чё ты это взял? Люди помогают, чем могут. Жертвуют деньги на армию, агитируют общественные соцсети. Огромное спасибо за флаг на аватарке в Инстаграм и за гроши, которые они все равно потом распилят. С таким успехом можно все что угодно завсрать. Абсолютно. Вот это патриоты! Жить мы будем, значит, там, а болеть за наших. Нет, конечно, они видели гибели. Не стреляли во врага на волоски от смерти. Тебе вообще рассказать, что это? Сам проливал. А толку, скажи мне. Это война, мне сложно сейчас. Теперь тебе уже сложно, да? А твоим дружкам легко? Легко говорить об ужасах войны, лежа на мягком диванчике? Ты думаешь, все сразу свалили? Смерти не видели? Тут ключевое все. А тебе понял. Ты всех под одну гребенку гребешь. Ну извини, не учел единичные исключения. Ну а что ты предлагаешь? Расстрелять всех к чертовой матери? Лишить гражданства? Что дальше? Поменьше кричать о своей любви к родине. А вот если человек любит, но не может вернуться, а? Значит, нехер было валить. Как у тебя все легко. Так потому что я один из тех, кому автомат в руках приходилось держать и жрать эту дешевую похлебку. Завидуешь? Да ты попробуй полгода немытым, небритым под бронебойным дождем прожить. Ну, моя воля есть. Ты на мое место хочешь? Каждый патриот нашей родины хочет. Да, какой напыщенный героизм. Я бы посмотрел на тебя, как ты под звуки взрывов в бой идешь, видя несколько минут назад смерть своего товарища. А ты бы утрал, да? Что? Уже бежал, да? Да так, что аж пятки сверкали, чтобы, сука, жизнь спасти. Вот почему ты здесь и не в военной форме, да? Уж лучше принять участь куска мяса для ворон и мух? А за что? За какие идеалы? За свободу. Какую нахер свободу? Которая дает нам здесь сейчас находиться и оставить свое мнение. Это все кухонные сплетни. Ну так на любые ценности можно плевать, как ты плюешь. Хорошо. А давай ты скажешь в публичном поле что-то против власти, например. Хочешь, чтобы меня предателем посчитали, да? Вот на этом твоя свобода заканчивается. То есть... По-твоему, нормально, да, поносить власть, когда она делает все возможное для нашей защиты? А по-твоему, нормально расстреливать людей за это, как дворовых псов? Чего ты несешь? Какие расстрелы? Ты слышишь себя вообще? Ну да, сложно о таком знать, когда живешь в тепле и уюте. Так, я
Разруху видел, голодающим помогал. Не надо мне тут рассказывать. А самосуд военных над гражданскими ты видел? Ты мне говоришь, свобода. А почему нигде об этом не пишут? Твои провластные СМИ вряд ли о таком расскажут. Почему тогда эти провластные СМИ критикуют наших чиновников, а? Слушай, как по мне, их предел это осудить асфальт, посмеяться над бомжами и бабки с рекламы казино поиметь. А, ну, извини меня, вражеские СМИ, вот они объективные. Стоп, да? Нет, я такого не говорил. Ну, а как получается? Слушай, ну, есть независимая журналистика, я на нее и опираюсь. Либо ты за нас, либо за них. Ты мне будешь рассказывать за свободу? Вот тут свобода, здесь, на той земле. Злостью, ненавистью, грязью, вот! Ты мне определяешь, что я за войну? Получается, что так? Послушай, дорогой, тебе рассказать, за кого я? Давай посмотрим с тобой на обычную жизнь. Ты родился, идешь в детский сад, потом школа, поступаешь в университет, ну куда родители скажут, учишься там лет 5 или больше. Потом на работу нужно устраиваться. А как найти нормальную работу, если по твоей специальности, ну, не платят копейки? Ты идешь на завод, ну, либо вот как я, продавцом. А на работе рот закрыл и пашешь. Не нравится что-то, ну, с катертью дорожка. Тут бац, война, кризис или то и другое. А чинуши скажут, что это ради независимости, свободы. Ну, нужно только немножко потерпеть. А их срок проходит, и мы новых выбираем. И все по кругу. Так что для меня страна, отчизна, родина – это не пустые возгласы, не флажок какой-то. Это люди, их культура и честь. И умирать за кучу шарлатанов я не собираюсь. Знаешь, кто ты? Ты лишь предатель и жалкий трус. Будь бы моя воля, трибунала на тебя мало. Так давай! Уже это хрючево жрать. Ну а что-то еще есть? Суп, наверное. Абсурд это все. Мы здесь воюем, а людям показывают совершенно другую картину. Может, хотят сделать атмосферу сказки? Че? Ну, сказки героического. Забыл слово. Мифа, подвига? Да. Типа мы такие мужественные защитники нашей святой земли. Ты сказал, конечно. Даже, наверное, образы нам будет приписывать. Враги, к примеру. Как вороны по повязке. А мы... Воробьи зеленые. Ну, бред это, конечно. А ты представь, через много лет рассказывают сказку. И было это давно-давно. И вороны были черные-черные. А воробьи зеленые-зеленые.